Александр, расскажите, как давно существует ваше хозяйство, с какого года, как, с чего все начиналось? Ну, наше хозяйство существует с 1999 года, непосредственно само открытие произошло хозяйство. А начиналось все с того, что мой папа приехал в деревню Шлыковку, как муж моей мамы, жить туда. Вот, и увидел то, что в данной местности фермерское хозяйство совсем упало. И по стечению некоторых обстоятельств он решил заняться сельским хозяйством. И начиналось все с 40 гектаров земли. Вот, и выросло сейчас такое большое хозяйство. А сколько сейчас гектаров земли в обработке? Сейчас в обработке у нас находится 8500 гектаров земли пашни. Всего 12,5 остальных угодий, если все вместе. Угу. И какие культуры вы выращиваете на этой земле? Мы выращиваем в основном вот, в последнее время это рыжик, культура такая, и лен масличный. Почему такой выбор? Ну, потому что все остальные культуры могут все выращивать, а лен не все. А чью селекцию вы используете? Какой семенной материал? Семенной материал в основном местный районированный. Местный районированный сорта. Да. А почему такой выбор? Ну, потому что это экономически эффективно в том плане, то, что они приспособлены для погодных условий нашей зоны. Угу. И другие сорта какие-либо. Ну, есть ли смысл? Как вы с сорняками боретесь, с болезнями, ну, сорняками? С сорняками мы боремся непосредственно обработкой, правильным чередованием обработки почвы. Угу. Это культивация, бронование, вовремя все операции производить. Стараемся химию употреблять редко, то есть применять редко. Почему? Потому что наша продукция направлена на то, чтобы она была экологически чистой, и поэтому химию используем крайне редко. А так, стандартные болезни, ржавчина, вот, ну, протравливаем. А есть вообще какие-то свои собственные разработки, может быть, инновации, чем-то, может быть, похвалитесь? Ну, похвалиться чем? Тем, что наше хозяйство является не только производителем самого семенного материала, но и мы еще перерабатываем в конечную продукцию. Это, можно сказать, наше основное направление. Вы перерабатываете только свою продукцию? Да, мы перерабатываем только свою выращенную продукцию. То есть не все, что мы сами вырастили, не... то мы и переработали. Угу. Сырьем отдаем крайне мало. Только то, что мы не перерабатываем, рыжий, клен, а остальное пшеница, ячмень, из чего мы делаем перловку, пшеничку, пшено. Все мы делаем, все, что сами вырастили, все сами переработали. А как сбываете продукцию? Ну, во-первых, у нас есть сайт. Вот, на этом сайте можно сделать предварительную заявку. Вот в этом году он первый год он начал у нас работу, и за этот год он уже, можно сказать, окупил себя. Находят люди и удивляются, то, что в таком хозяйстве крайне редко встретишь еще и свой сайт. То есть никаких особых трудностей со сбытом продукции нет? Ну, есть определенные трудности, но, в общем-то, все, что мы вырастили, все у нас получается пока. Угу. Сколько людей у вас задействовано в хозяйстве? Ну, у нас сезонно, летом работает, бывает, и до 70 человек доходит. Есть какие-то для них, может быть, специальные условия? Ну, конечно, условия у нас всегда хорошие. Во-первых, у нас бесплатный обед и ужин в столовой. Кормят нас хорошо. Потом, значит, мы просто по-человечески относимся к людям хорошо, так сказать, к своим. Потому что они все вокруг, все местные, соседних сел. А, все местные? Да, то есть у нас приезжих, ну, мало. И то они с ближайших районов, там, с Аткарска, может быть, с Пензы, там, что-то. Ну и, собственно, каждый цех не просто сделан по какому-то определенному шаблону, а мы смотрим, как лучше, чтобы было повысить качество, что-то сами усовершенствуем, что-то там, приглашаем каких-то специалистов из других городов, они нам подскажут что-то. И в итоге добиваемся высокого качества. Ну, вообще сейчас не так много переработчиков, а вам государство как-то помогает? Дотация топлива. Дотация топлива? Да. То есть определенное льготное топливо есть количество. Вот. Государство старается, администрация наша местная старается помогать нам. Планами на будущее поделитесь? Да, планы на будущее, конечно, есть, они большие. Во-первых, это усовершенствовать то, что сейчас у нас имеется, вся эта база. А, во-вторых, это, конечно же, развитие животноводческой базы. Без нее сейчас в наше время никуда просто. Очень интересно. Спасибо вам большое, Александр.